здравствуйте, друзья, вот эта дверь, будущая в дом, это у нас вот щиток электрический. Я подозреваю, что кому-то будет интересно, как электрический щиток выглядит. Вот это предохранители, автоматы, такие их вышибает, когда, значит, его можно потом вернуть на место. Тут куча проводов. Подписано, видите, там на желтеньком подписано, куда чего идет. Вот. И вопрос-то был, чего у нас новенького? Ну вот пошли. У нас новенького пока двери, которые тут начали ставить. Вот у нас есть дверь. Вот так выглядит дверь. Двери бывают пустые, а бывают плотные такие. Мы обычно ставим плотные, они хоть и дороже, но изоляция лучше и так как-то во всех отношениях мы привычны к таким. Вот еще одна дверь вместе с рамой дверной. Вот так оно все вставляется. Да. Так, ну, надо сказать, что дверей у нас в целом-то не так много. Вот это одна пришла, то, что вы видели. Это вот другая в, можно сказать, ванную комнату. Вот у нас тут дверь. Так. И, соответственно, вот тут тяжеленькая такая она, приятная. Да, ну, понятно, да, здесь, значит, будет дверная ручка или замочек, что там положено по дизайну. Да, ну вот, пока, наверное, все. Насколько я знаю, сегодня должны красить стены. Но видите, как уже 9 часов утра, и никого пока нет, они так не спешат. Ну, будем ждать.